Уже третий год Омская область принимает один из главных стартов велосезона среди юношей и девушек. 27 и 28 августа в нашем городе прошло первенство России по велоспорту на треке. На сей раз соревнования собрали около 30 спортсменов из Московской, Новосибирской, Омской и Свердловской областей. Как развивается велосипедный спорт в Омске? Я могу вам точно сказать, он начинает прогрессировать. Было состояние застоя, было состояние какой-то неуверенности. Сейчас руководством велосипедного центра и Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области предприняты шаги для создания здесь у нас на площадке федерального центра. То есть сюда будут съезжаться лучшие спортсмены Зауралья и не только Зауралья, из европейской части, вместе со своими тренерами. Соответственно, мы здесь увидим такой фейерверк велосипедный. Мы увидим фейерверк скоростей, фейерверк гонок. Торжественное открытие соревнований посетил заслуженный мастер спорта России по фехтованию на колясках, участник Паралимпийских игр Александр Кузюков. Тренируясь под одной крышей современного и многофункционального сооружения, представители разных видов спорта не упускают возможность поддержать земляков на различных стартах. Мы видим, как эти ребята тренируются, как они упорно работают. Восхищаемся ими. Тренируемся, можно сказать, бок о бок. Поэтому, может быть, не столь важно, профильный, не профильный, важно то, что мы вместе в родных стенах, и я рад здесь быть сегодня. На первенстве России наш регион представляли юноши и девушки 2001-2002 годов рождения. Одна из самых заметных фигур в этом возрасте среди наших гонщиков – кандидат в мастера спорта Виктор Инкеев. А Мич в разных дисциплинах взял 4 золота национального первенства. В гонке с выбыванием блеснул еще один амич – Нестор Ефименко. Он стал лучшим, опередив на пьедестале почета представителя Свердловской велошколы Артема Ульянова и новосибирца Артема Гневкина. В принципе, я доволен этими соревнованиями. Все прошло успешно. Мог, конечно, на спринте лучше выступить, но так уж вышло. Устал сильно. Соревнования прошли на высоком организационном уровне, а спустя всего 2 недели на нашем велотреке начинается чемпионат страны, где в 3 видах программы будут состязаться уже более опытные и прославленные спортсмены.